немецький корпус, танцер там розказує. Ведемо кружності, та їх листя теплі, сколько хорошо. Прекрасно прокрутиться. Да, не такой порядок. Ну да. Нет, ты сразу по-мужатски, ты не знаешь. Ну что, есть братья один из того. Потом, мне кажется, не могу. Например, вас, да, вот
например, для, когда вот мы будем кидать предел, мы увидим, что наш вот обычный предел, он соответствует такой, такой базе. Значит, наша база состоит просто из, это значит, проколотые окрестности точки x0. Это предел в точке x0. Будет определен с помощью такой базы. Ну, определили понятие базы. Давайте теперь определим понятие предела на базе. Что такое предел по базе? А, называется пределом, пределом функции f. F у нас x подражает, ну, давайте выберем. Это полное метрическое пространство. Вот, значит, а называется пределом функции по базе b, если для любой окрестности в а точки а, а принадлежит, вот, существует такой элемент базы, что f из множества x в полное метрическое пространство y, например, вот это. И пределом точка а называется пределом функции по базе, если любая окрестность точки а, значит, ее прообраз содержит элемент базы. Вот. Ну, давайте посмотрим на стандартное определение предела. Предел функции, да? Какой-то точки. Мы рассматриваем базу из, из открытых, проколотых окрестностей точки x0, да? И вот это определение предела означает что? Что если мы возьмем какую-то окрестность точки а, да? То существует такая окрестность точки x0, проколота, что образ этой проколотой окрестности лежит в окрестности точки А. Понятно? То есть это ровно то же самое определение. Вот. Если мы хотели определить там правый или левый предел, то тогда надо было брать, соответственно, левые или правые окрестности точки. Вот. Но мы определили нас. Но этот предел, он в отличие от того, как бы, он определен в том числе для функций, которые действуют совсем даже не из метрического пространства. Вот, этим мы воспользуемся. Значит, теперь нам нужно... Как нам пользоваться? Что нам нужно будет от этого предела? Нам нужны свойства этого предела, да? Давайте получим главное свойство, которое, собственно, нам понадобится. Это критерий Кауши. Значит, существование предела. Сначала мы определим колебания функции. Скажем, что колебания функции f на множестве e называется такая величина, принадлежащим е,
геометрическом пространстве просто того, понятно, что это колебание функции. То есть с отрелом разности значение функции на множестве е. Ро от x1, да? Ро от f. Значит, теперь давайте определим критерий Кауши, который нам понадобится. Ро – это состояние в метрическом пространстве. Если y является просто полным метрическим пространством, то там оно стоит. Но сегодня нам это не нужно. Сегодня мы будем v рассматривать. Ну, мы будем, f – это будет та функция, которую мы будем брать интеграл. Поэтому... Нет, это я написал, что вот это верно. Вот это если y равно, ну, действительно числам f. Да? А это просто если y это полное метрическое пространство. Ну, это. В принципе, это нам сегодня не нужно. Вот. Можете записать это, а это просто документ. Вот, давайте посмотрим, что такое критерий Кауши по базе. Это означает вот что. Что они хотели по базе, да. Это означает вот что. Что для любого эпсилона, да, больше нуля, существует такой элемент базы, что колебания, значит, это существует такое, что, наверное, да, что колебание от f b меньше эпсилона. Правильно? То же самое определение. Да, это то же самое определение. В принципе, совершенно критерий Кауши. Вот. Ну, можно его доказать, да? Ну, доказать как? Если существует предел, да, пусть, значит, доказательство. Значит, пусть существует предел, а пишется так все. Лим по базе. Это по базе. Вот. Тогда понятно, что что такое предел по базе. Да? Это означает, что существует такое множество b в базе, что расстояние от предела до этого множества меньше эпсилона. Ну возьмем эпсилон, штрих равный эпсилон пополам, да? Ну тогда понятно, что существует такое, когда по определению предела существует такой элемент базы, что расстояние от А до значит, что для любого x, принадлежащего b, да, f от x минус а у нас меньше эпсилон пополам. Вот. Это из определения предела следует. Из обычного. Да, из этого определения. Что значит существует предел? Значит, для любого эпсилона существует элемент базы, на котором все элементы, все f от x, где x принадлежит этому подмножеству b, отличаются от а не больше, чем на эпсилон. Ну, эпсилон мы взяли. Потому что их равны всем пополам. Значит, тут существует такой элемент базы, да? Ну а что тогда можно сказать? Значит, это вот у нас f от x, а возьмем еще y принадлежащие тому же самому элементу базы, да? А тогда f от x минус f от y меньше либо равно, чем сумма f от x минус a плюс а минус f от y, да? Вот. Но это меньше эпсилон пополам, это меньше эпсилон пополам. Все. Значит, все это меньше эпсилон.
Вот, значит, получается, что колебания, вот это и есть, собственно, колебания. С уклевом этой величины есть колебания. Вот, значит, у нас колебания не больше эпсилона. Ну, можно было для строгости взять не эпсилон пополам, а эпсилон нахрен. Тогда бы точно хватило, потому что когда мы берем с уклевом, то здесь может получиться разница. Значит, все. Значит, получается, что если есть предел, то выполнен критерий Хаши. Наоборот. Наоборот, это тоже выследовать из полноты пространства Y. Значит, можно. Давайте докажем это, если Y равно R. А если не равно, R будет касание R. Значит, что мы можем сказать? Рассмотрим такие величины, как инфимум. Будет m маленькая от b равно инфимум f от x, где x принадлежит b. И m большое от b. Это с уклеем. Вот. Это точно верхняя грань функции на множестве b и точно нижняя грань. Вот. Если выполним критерий Каши, да? Это означает что? Это означает, что есть такое множество, да, что для любого эпсилона существует такое множество b с базы, что разность функций меньше эпсилона. Это означает, что супремум минус инфимум m от b минус m маленький от b, ну как минимум меньше либо равен эпсилону, да? Вот. Причем супремум, значит, если все супремумы, то рассуждения, которые вы все проводили много раз, они больше любого инфимума. То есть m от b1 больше, чем m маленькая от b1. Почему? Потому что мы можем взять пересечение b1 и b2, да? Если мы возьмем пересечение b1 и b2, то тогда получится что? Что у нас множество, если у нас есть инфимум по b2, да, он у нас, если множество уменьшается, то инфимум может только вырасти. Значит, он будет меньше, чем инфимум b1 пересечение b2. Это. А это меньше либо равно m большое b1 пересечение b2. Ну и это. Если это равно, чем большое b1. То есть эти множества, они разделены. То есть все m большие, они больше любого, любое m большое, больше любого m малого. А значит, это два множества, элементы которого одного больше элемента другого, значит, существует разделяющий элемент, существует некоторая точка, да, которая и будет пределом, на самом деле. Потому что легко доказать, что, значит, здесь существует такая точка. А? Вот. Которая меньше любого, значит, А лежит меньше А большого Б, любого Б. И больше либо равно А малого. Любого бы. Вот. А поскольку расстояние между m малым и m большим можно сделать столь угодно маленьким, выбрать нужно b по критерию Каши, то соответственно и значение функции приближается к a. То есть существует такое b, существует такое подмножество b, b с базы.
разница между этим и меньше эпсилон. Вот это такая точка А, такая точка А. Да, существует такая точка А, но она будет пределом, потому что для любого эпсилона можно найти такое B, что вот это вот будет меньше эпсилона. Значит, расстояние от значения функции в этом B, да, до А тоже будет меньше эпсилона. Ну, арифметические свойства предела по базе, то есть сумма, предел суммы, да, он или есть сумма пределов. Ну, это можете сами показать. В принципе, даже, думаю, что и не нужно. Нет, это будет нужно даже для свойств интегралов потом. Но это, как бы, посередине, можно сказать, что там. Ну, если вы берете там две функции, да, и находите там по эпсилон b, по эпсилон находите b1 и b2, такие, что там функция близка, ну, если есть две функции f и g, и одна стремится к а, другая к b, то если мы по эпсилон можем выбрать b, ну, давайте b, b1 и b2. Если мы по эпсилон можем здесь выбрать b1, здесь b2, то мы можем выбрать b как пересечение b1 и b2, и тогда оно будет играть ту же роль, да, f плюс g, то есть для двух эпсилон. Вот и все. Ну, это то же самое рассуждение, которое было. Да, если... Нет. Вот, да, я, конечно, как всегда говорю глупости, что у нас, мы, конечно, не пересечение мы берем b1 и b2, а элемент базы лежат все пересечения. Пересечение может не быть элементом базы. Хорошо. Вот это мы определили предел по базе. Теперь давайте перейдем. Мы хотим определить, мы там в обычном деле просто интеграл с палой, если у нас изучаем, то наши базы не пересекаются. Если базы не пересекаются. Нет, они должны быть в одной и той же базе. Два предела по одной и той же базе. Конечно, да, это я. Но это две функции из x в y, да? И в x в одну базу. Складывать, конечно, можно предел по одной базе. Ну, как и обычные пределы, так в одной точке он скажет. Вот. Теперь, значит, как мы будем определять площадь квадрата, то есть интеграл? Ну, мы будем как-то приближать функцию, да? Вот, смотрите, функция под x. Ну, мы хотим определить вот эту вот площадь. Но у нас уже был один подход, и так, кстати, иногда и делают. Это приближают, равномерно приближают функцию с, например, ступенчатыми функциями, состоящими из горизонтальных площадок. Вот. И можно определить интеграл как предел вот этих площадей для ступенчатых функций. Для ступенчатых функций можно получить. Есть такое. Но я хочу определить это таким более удобным способом. Все-таки доработать. Это называется интегралом Риммана как раз. Вот то, что я буду определять. Потому что интегралы, они определяются по-разному. Есть интеграл Либера, который вообще немножко по-другому определяется. И у него другие. Ну, понятно, что они на хороших функциях не совпадают. Они определены, там не совпадают. Вот. Но он может быть, он определен и для таких функций, которые интеграл Риммана не определен. Вот, но мы начнем с интеграла Риммана. Идем туда определением. Разбиение. Отрезка. А B назовем набор точек.
есть там есть точки, вот мы поделили отрезок по частям. Это называется разбиение. Вот, значит, x и минус первое x и t это отрезок разбиения. И обозначим его длину от дельта x. Дальше параметром разбиения называется такая вещь. Лямбда от P равно максимуму из длин отрезочков. То есть
интегральной суммы. Все интегральные суммы. Она сопоставляет функции вот, плюс разбиение с отмеченными точками вот такую величину. Она берет, мы берем и суммируем площади вот таких вот прямоугольников, да, где значение f от кси и t умножается на основание. Вот, то есть мы взяли вот такую вот сумму. Заметим, что эта сумма есть при данной функции f. Это есть отображение такое вот пи от p си в f, да? Определенное на разделение с отмеченными точками. Правда? Это некоторое отображение, определенное разделение с отмеченными точками. А теперь мы хотим перейти к пределу вот этого отображения. Вот. И определим тогда, вот теперь для чего нам нужен предел по базе, потому что мы хотим рассмотреть предел вот таких вот сумм, которые заданы на разбиение. А вот теперь мы на множестве разбиения определим базу. Вот, давайте в качестве базы на множестве разбиений с отмеченными точками. Будем считать, значит, это разбиение отмеченными точками, это P, C, да? Будем считать такой, ну, следующий набор. Что у нас BD не пустое,
содержать элемент базы. Да? То есть это все разбиения, которые меньше, у которого максимальный отрезок меньше D1, это все разбиения, у которого максимальный отрезок меньше D2. Но это содержит тогда B минимум из D1 и D2. Правильно? Даже равно, наверное, нет? Ну да. Даже равно. Таким образом, значит, у нас есть база, и тогда мы можем определить предел по этой базе. Давайте это сделаем. Тогда вот, значит, введем такое. Теперь можем поделить, собственно, наш интеграл. А почему, грубо говоря, маленькие точки совпадут? Они же могут как-то не совпасть, что эти точки маленькие. На разбиение. В смысле, где совпадут? Ну вот, у нас есть разбиение. Да. Вот. И вот точки пересечения это B. Нет. BD это множество разбиений. А. Вот. Это множество всех разбиений, от которых, максимальный отрезок которого меньше D. Вот. И тогда нормально. Вот. А значит, а пересечение это тоже множество разбиений. Вот, тогда теперь определим интеграл. Так. Вот, значит, определение главное. Интеграл. Римана. Функции. На отрезке АВ называется предел. Это равно лим предел по базе, по нашей. Вот. Ну вот это сигма от R P. Или еще можно написать вместо B написать лямбда от P. Значит, ну это другое значение тоже базы. То есть это вот на интеграл определяем предел по базе. Если существует предел по базе, значит существует интеграл. Вот, значит, мы дали определение. Надо определение еще надо пользоваться. Раз попробуем. Ну, говоря так по-простому, то интеграл это просто как бы это предел вот таких вот сумм, да, приближающих нашу функцию. То есть разбиваем отрезок на все меньшее часть, рассматриваем вот такие вот пределы таких вот ступенчатых площадей, вот таких вот, да, суммируем. Если существует предел, мы его только что определили, просто надо определить, что такое предел. Вот предел такой. Значит, существует интеграл. Да, вот теперь мы поймем, какие же функции мы таки можем интегрировать. На самом деле, для интеграла Римана есть прекрасный критерий интегрируемости функции. Формулировать его, но доказать мы пока не сможем. Но достаточные условия мы можем. Вот. Давайте, значит, докажем вот такую проблему, с которой мы выведем, например, что непрерывные функции интегрируются по надписи. На самом деле функции интегрируются функции с конечным числом разрыва. То есть интеграл это такая хорошая очень операция.
отличие от производных дифференцируется, не могу. И, ну вот, если немножко сказать несколько слов про вот тому, что мы раньше изучали, мы изучали вот метрические пространства, и там нам ясно, что очень важна полнота метрического пространства. То если мы рассмотрим отображение производных y от x, да, y'. То это отображение, оно действует только на дифференцируемой функции. Дифференцируемые функции не образуют полное пространство. И поэтому работать с ним тяжело, на самом деле. Ну, не получается. А вот... Вот. А если мы рассмотрим такую операцию, как вот интеграл... То интеграл уже действует на пространстве непрерывных функций, да? И вот у этого отображения, ну, пространство непрерывных функций, себе, вот V, да, это отображение в целом. Можно это расслабить, это отображение в целом, там V, да. То это уже отображение полных метрических пространств. И там уже можно неподвижное свойство находить и все, все, все. Ну, например, так вот. Ну, это мы потом еще об этом поговорим, наверное, что вот мы когда решаем дифференциальные уравнения, то вот доказывается, что решение существует единственное дифференциальное уравнение. На самом деле, вместо его интегрируют, вместо дифференциального уравнения, это смотрим интегральное, потому что для интегрального уже можно воспользоваться как, ну, и там, с помощью теоремы отжимающих отображений получить решение дифференциального уравнения. Поэтому вот я хотел сказать просто, что вот это отображение интегрирования, оно очень хорошее в этом смысле. Потому что вот отображение дифференцирования, оно хорошее только если мы рассмотрим то, что вот мы обсуждали, аналитические функции. Вот для них, да, это тоже полное пространство. И для них можно. Но аналитические функции, это все-таки как бы... Это уже к комплексному анализу относится больше. Там появляются, там как бы, до всех теорем, ну, не до всех, до многих теорем появляются такие аналоги, которые доказываются по-другому, иногда лучше. Это, да, то есть здесь как бы часть теорем основывается на непрерывных функциях, часть на аналитических функциях. Так все устроено. Вот. Но теперь сейчас давайте докажем, значит, ну, эту часть можно назвать интегрированные функции. Выясним, какие же функции, какие интегрируются. Какие достаточно. Давайте докажем такую линию. Значит, для того, чтобы... меньше дельта длина, то
величины вот этих вот квадратиков, которые есть колебания функции на отрез, умножь на длину отрезка. То есть сумма таких квадратиков меньше f. Ну, это как бы понятно, что, например, функция y, x берем, да, то если мы берем, то у нас, если мы возьмем личный дельта, да, разбиение, то у нас вот эти вот квадратики размера дельта на дельта, да, то есть площадь дельта квадрат. А если мы интегрируем, например, там от нуля до единицы, да, и разбили, то тогда получится что? У нас получится 1 делить на дельта кусочков, да, квадратиков, площадь каждого из которых дельта квадрат. Это будет примерно, это будет равно дельта, вот, но это меньше эпсилон. То есть если дельта меньше эпсилон, то для функции как равно х мы получаем, что она интегрирована. Так, давайте на следующую тему. Выбранные, вот, ну это выделенные точки на отрезке,
бедный послал на. С волной, да, потому что это выделенные точки, уже деление по волной. Они могут не совпадать с точками деления пси. Оценим такую величину, разность разделения и его продолжение. Ну, давайте распишем. Я прошу прощения, это будет писать тут. Значит, для суммы это равно 1 до 5 интов, 5 и 6. Жито это элемент разбиения по с волной. Ну, это выделенные точки. Си с волной. Значит, на жито, х и жито. Минус сумма f от c ита дельта плюс да, и равно минус 2 f. Вот, но это, да, это по определению мы расписали это разделение. То есть здесь по всем отрезкам x и жита берется, а здесь по отрезкам x и жита. Но сумма лим x и жита это равно x и жита. Да, ну вот это вот можно расписать эту сумму как двойную сумму, правда? И равно 1 до n, и равно 1 до n, на дельта x и 6. Но я не сделал ничего, кроме того, что я заменил x и t. Дельта x и t на сумму дельта x и ж t по ж. Единица правильно. Потому что отрезки и t отрезок разбит на n и отрезков. На n и отрезков, то сумма, ну, длина всего отрезка, она не чистит. Вот, мы здесь n точек доставляем. Что? Мы здесь n точек доставляем. Нет, мы вставляем сколько это точек? N и T точек между каждыми двумя точками. Так, тогда вот это вот меньше было равно. Давайте. Значит, это меньше было равно. Какой величины? Ну это просто я расписал. Мы можем вот переписать ведь двойной суммы, да? Ну и совместимость. А там разность. Здесь получается вот кси жито на это кси. Вот, ну, а вот, да, это у нас получается меньше или равно, так, я сейчас не знаю, это тут просто равенство, это просто равенство, а меньше или равно, вот, а меньше или равно, это так, как это, да, но вот эта вот разность, это же точки, лежащие на одном отрезке разбиения P, да? Если, как мы, у нас в условии теоремы сказано, что вот это вот параметр разбиения меньше дельта, то выполнено вот это вот, да? То тогда получается что? Что у нас, во-первых, это вот будет меньше или равно суммы 1 дельта.
омега от r дельта и t. Действительно, разность этих не больше, чем колебания на этом отрезке. Время от дельта x и дельта. Сумма омега от дельта и t на дельта x правильно, потому что здесь ясно, что колебания на отрезке, на маленьких отрезках не больше, чем колебания на их сумме, на их объединении. Вот, поэтому и одна и такая вот, что, то есть, что мы можем заменить вот эту сумму вот такую. А это в точности есть то самое, что у нас дано. Это весь меньше эпсилон. Вот. Значит, получается, что наши условия теоремы, если взять как разбиение параметра меньше дельта, то любое его пополнение, интегральная сумма, построенная по пополнению, отличается от нашей интегральной суммы не больше, чем на эпсилон. А теперь чего мы хотим доказать? Мы хотим применить критерий Каши. То есть нам нужно доказать, что для любых достаточно мелких разбиений их разница, и разница их интегральных сумм не больше эпсилон, да? Ну вот возьмем два мелких разбиения и дополним одно другим, да? Посмотрим разбиение. Значит, разбиение, у нас будет разбиение P1, разбиение P2. Причем они все обладают этим сумом. Пусть они для всех вот эта вот сумма будет меньше эпсилона. Тогда по ним можно построить разбиение P с волной, которое есть их объединение. P1 объединить P2. Вот. И такие интегральные суммы, построенные по... Дальше. Сейчас я напишу. Получается, что интегральная сумма от p по волной условная, да? Минус сигма от r p1 си, ну пусть будет си p штрих, давайте здесь чтобы это делать. Что вот это вот весь будет меньше эпсилона. Это мы доказали, что выполнение разбиения, продолжение разбиения отличается от разбиения. И то же самое для второго. Чтобы продолжение у них одно и то же получается, за просто их объединение, мы имеем два таких. Да. Что сделаем? Из того, что только что мы сделали, не стоит для системы? Ну, не совсем. Нам нужно доказать, мы доказали, что продолжение разбиения близко к разбиению. А нам нужно доказать, что два достаточно мелких разбиения близки друг к другу. Если взять достаточно мелкие. Ну, это легко делается, потому что мы берем качество продолжения их объединения. Тогда получается, что первое близко и первое близко к объединению, и второе близко к объединению. А значит, они друг друга, разница друг с другом не больше двух эпсилон. Ну, а дальше применяем критерий Каши. Значит, если взять достаточно маленький параметр, то условия критерия Каши выполнены, а значит, существует интеграл. Вот. Это верно. Вы помните, это и как.
штрих в два штриха объединения, да? Да. Поисловное это объединение, это штрих в два штриха. Вот интересно. Да? Штучку переверни. Там пересечение. А. Да. Вот. Давайте теперь докажем, что на следствие, что F, что непрерывная функция интегрируема. А, я, наверное, все. Давайте для того, чтобы F была интегрируема, она бы достаточно, чтобы... Давайте F ограничена. Если функция не ограничена, то она не интегрируема. А если F непрерывна на отрезке, то она интегрируема. А ограничить не выскажет все это выполнено? Не уверен. Что для любого если она не ограничена, наверное, там вблизи. Наверное, она будет можно выбрать так, что будет бесконечно, да? Давайте пока оставим, но не потом. Может быть, можно вот это. Ну, наверное, ну, может, по архиву забыть, может. Давайте докажем, что любая непрерывная функция интегрируема. Значит, во-первых, непрерывная функция ограничена, да? Во-вторых, непрерывная отрезка. Во-вторых, она равномерно ограничена. Равномерно непрерывна. На отрезке, да? Что значит он равномерно непрерывный? Значит, для любого эпсилон можем найти такое дельта, что колебание функции f на любом множестве u, ну, на любом отрезке длины не больше дельта, колебание будет меньше эпсилон. Давайте это так напишем. И дельта. И дельта это отрезок. Отрезок длины меньше дельта. Ну, если мы возьмем, каким там надо взять? Эпсилон 1, эпсилон штрих возьмем равный эпсилон делить на b минус a, да? Вот так. То тогда посмотрим, выполнили условия этой теоремы. Тогда получится, что сумма омега, вот, f, дельта и f. Да, возьмем дельта от f. Значит, и возьмем разбиение f такое, что лямбда от f, параметр разбиения меньше дельта от f. Тогда наша вот эта сумма, она будет на дельта x. Это будет меньше либо равно, чем сумма колебаний, а колебания у нас не больше эпсилон, но больше эпсилон штрих. То есть эпсилон на b минус a на дельта x. Вот, но сумма вот таких штук, да? Сумма дельта x, это точности b минус a, то есть это будет там.
Получается, что слово это лемма выполнено, значит, не берем на функцию. Я просто записал вот эту вот сумму. Вот, эта сумма, да? Дальше я заменил, я написал, что колебание, но это положительная величина, да? Сечение положительное, и колебание, оно не больше, чем эпсилон, да? Потому что функция равномерно непрерывна. Ну, из одномерной непрерывности следует что? Что если мы выберем достаточно маленькое дельта, то колебание на любом дельта-отрезке будет меньше эпсилона. Вот. Значит, мы выбрали такой дельта, выбрали разбиение параметром меньше дельта, тогда получается, что у нас колебание не больше эпсилон штрих, вот. И поэтому эта сумма нам меньше, не больше такой суммы. А такая сумма нужна эпсилон. Потому что сумма дельта x y это точно степень отрезка. Ну, если мы добавим в точку конечное количество разрывов, легко видеть, что ничего не изменится. Первый раз. Если конечное количество разрывов, ну, можно даже сформулировать такую теорему. Да. Ну, будет задача там про монотонную функцию доказать. Монотонная функция. На отрезке, да, тоже ограниченный, тоже интегрирован. Но если там будет разрыв второго рода, при этом предел бесконечный будет, то, наверное... Нет, ограниченная функция, конечно. Ограниченная функция, имеющая конечное количество разрывов. Да. Да, это напишем. Следственно, что? Ограниченная... Рациональные числа имеют меру ноль. Можно сейчас объединение? Скажите.
Ну, определение такое, что множество имеет меру 0, если для любого эпсилон существует такой счетный набор интервалов, который покрывает наше множество. И длина суммы длин этих интервалов меньше эпсилона. Ну вот вопрос, рациональные числа являются множеством меру 0? Да. Да, потому что мы можем взять, например, интервал эпсилон пополам, эпсилон на 4 и так далее, и каждую точку окружить таким интервалом. Да? Вот и будет. Можно любое счетное множество иметь на него. Но есть один. Да, но не счетное. Несчетное. Да. Несчетное или нечетное? Несчетное. Вот. Но это сложная теорема, это полностью. Помните пример меры не доли? А почему нельзя выпускать четное и нечетное множество какой-то меры? Что? Несчетное множество, меры 0? Нет, почему, зачем ввели такое меры 0? То есть, почему нельзя было подсчетное и нечетное множество? Нет, а бывают несчетные, которые меры 0. Да, просто. А. Ну, не знаю, придумайте. Mm-hmm.
такая аддитивная функция отрезка, то есть что если интеграл от а до b, f от d, 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 плюс интеграл от b до c, d, d, равно интеграл от a до c. Это, ну, есть другие свойства линейности. Там, но это можно считать упражнениями. Они следуют из определения, ну, из построения предела по базе. То есть, что просто, что предел вот такой вот, числить вот таких вот интегральных сумм равен сумме пределов этих интегральных сумм. Это легко сделать, дополнив интегральные суммы, вот эти большие интегральные суммы, еще точкой b. И все будет. Никаких ничего нового там не будет. Ну вот. Это линейность и аддитивность относительно отрезка. Вот. Этим воспользуемся. Тогда получается, что у нас интеграл от a до x плюс h минус интеграл от a до x. Это будет интеграл от x до x плюс h. F от t. Dt. Вот. Но функция f от t, она у нас непрерывна в точке x. А что значит непрерывна в точке x? Значит, f от t равна f от x плюс o малое от сейчас, плюс o малое от единицы, да? Ну да, o малое от единицы. То есть это у нас f от x плюс альфа от t, причем альфа от t стремится к нулю плюс t умножить f x. То есть она равна почти f от x. Ну, если пишем это. F от x плюс альфа от t. Да, t это переменное интегрирование. Поскольку x это у нас уже предел, а не подрезка. Да, но это равно f от x dt. Плюс интеграл от x плюс h. А, да. Вот, ну, я хочу сказать, что f от x это константа, да? От t. От t не зависит. Если константу интегрируем на отрезке, то что это такое константа? Это просто площадь этого прямоугольника, то есть это сама константа умножена на длину, на h. То есть это равно h на f от x. Плюс вот эта величина. Значит, а эта величина у нас стремится к нулю при h, при h, значит, x. При тесте мы то есть можно сказать, что если мы h стремляем к нулю, да, то максимум, то супремум альфа от t, где t принадлежит отрезку от x до x плюс h, стремится к нулю. Паш. То есть, пляж, пляж, то есть выборов достаточно малое h, можно считать, что альфа от t меньше эпсилона, да? Тогда получится что? Что у нас вот значит, давайте запишем так, что это меньше либо равно чем интеграл от x до x плюс h от модуля альфа. То, что модуль интегрируем больше, то может быть задача. А это меньше либо равно. Давайте. Напишем. Меньше либо равно, чем h. Теперь достаточно мало h.
на плюс бета потаж на аж. Да? Бета отаж, это мы назовем это как раз бета от аж, это как бы супремум альфа от т, вот я лежащий на отрезке в тех спектрах. И он стремится к нулю. Теперь тогда рассмотрим предел, который, собственно, есть предел на x плюс. Он равен. Ясно. Ну, то есть это равно производный. Он равен делу при h мясик нулю h на f от x плюс бета от h на h. А бета что? Бета от h это вот супремум альфа от t при t лежащий на t. Давайте прямо модуль. Нет? Ну, альфа от t стремится к нулю. Да, при t стремящемся к нулю. Мы убираем h достаточно маленьким. То есть, тогда и альфа от t будет достаточно маленьким. То есть, супремум альфа от t на t от x до x плюс h, он тоже стремится к нулю. То есть, это только альфа от t. Это на h, а это равно f от x плюс b от h, которая стремится к нулю при h стремящемся. Покрашен там плюс или минус, это бета h на h. F от x плюс. Что? Ну там, в принципе, может быть минус бета от h умножить на h. В принципе, если там отрицательная карта. Ну, я вот. Именно в той формуле, где. Ну, когда мы это разно записываем, да? Разность вот здесь. Нет. Ну, разность значений в конце большой. Да. Ну, она, да, она равна. Ну, можно, конечно, оценить с двух сторон, да, хотите. То вот это вот сверху она оценится этим, а снизу вот это минус. Мы можем так. То есть что? Ну ладно, значит, сверху у нас вот это будет равно. Да, вот это вот величина. Равна вот этой величине, да. Бета от h. Ну, можно сказать, что бета от h это не супремум, да? А что вот, если что, строго, то пусть у нас бета от h это равен этому интегралу x. Вот альфа. И это тоже стремится к нулю при h. Ну вот, мы это так. От модуля альфа? Нет, ну давайте я тебе просто от альфа. Мы хотим равенство. Ну либо она с двух сторон оценивает, либо давайте. Ну это равно f от x плюс бета от h, которая стремится к нулю при h. Так, а бета от h у нас будет, поскольку альфа от t. Ну а бета от h можно оценить, давайте тогда. У нас если бета h равно интегралу x плюс
альфа от t при достаточно малом h альфа от t меньше эпсилон, да? Альфа от t по модулю меньше эпсилон. Это у нас мы оценим по модулю, да? Равно модулю это меньше либо равно x плюс h модуль альфа от t идет t на h. А это меньше либо равно эпсилон на h, будет на h меньше равно эпсилон. Вот где, если мы возьмем h достаточно малым, то альфа от t будет меньше эпсилон. Это получается. Так, чтобы достаточно мало h, выполнено вот это. Что? На h. Ну, значит, вот, получается, что вот такая функция, производная такой функции, равна под интегральной функции, да? Но это сразу дает, ну, тоже известную формулу Ньютона Лейбница, да? Которая... Если мы поняли, что интегрируя производную, мы получаем просто саму функцию, то можно будет формулировать в какое-то время формулу. Ну, последний переход, то, что интеграл, там что, ничего написано? Вот здесь вот это? Следующий. Интеграл, да, это я написал интеграл от модуля альфа от t. В принципе, это будет задача такая, что интеграл от альфа от t больше, чем интеграл от модуля. И это меньше либо равно чем? Меньше либо равно чем максимум функции альфа от t, ну модуля альфа от t, да, на h. А максимум эпсилон. Эпсилон h, то есть дает на h. То есть мы выбираем h достаточно малым, что у нас максимум альфа от t, модуля альфа от t, меньше. Поскольку альфа это стремится к нулю, мы не можем так делать. Значит, формула Ньютона Лейбница. Значит, если у нас f функция g ограниченная числом точек разрыва. Thank you.
такой самый стандартный способ, первоначальный способ вычисления интегралов. Вот. Сама первообразная называется неопределенным интегралом. Ну, то есть, если, например, мы хотим проинтегрировать функцию x dx, да, то мы пишем x квадрат пополам, производная x квадрат пополам равна x плюс c. Вот это называется неопределенным интегралом. Потому что необходимый предел этой регионы. Хорошо, значит, у нас есть такой способ вычисления интегралов. Да? Теперь хочется еще завести какими-то способами вычисления, какими-то методами. Давайте вот два этих все-таки быстро опишем. Это минутное дело. Значит, пусть. Thank you.
там задача вычислить интеграл из квадрата есть степень. Но пришлось сказать, что вот вычисляется он по этой форме. И даже интеграл логарифм x тоже вычисляется по этой форме, с помощью этой формы. Ну, определенный понятно, откуда получается. Из неопределенного только добавляем это дело. Вот. Ну, с константами можете проверить, что все верно. Это одна формула, непрерывная по частям, да? Есть еще одна даже более важная формула. Это иногда, кстати, формулу, даже часто интегрированные по частям записывают в другом виде. Ее можно записать в виде U dv равно UV минус интеграл V dv. Да, ну переходим к вопросу, что же мы интегрируем вообще? Мы интегрируем функцию. Что такое вот это dx? Dx это формальность или это что-то значит? На самом деле, конечно, это что-то значит. То есть мы как бы интегрируем функцию, умноженную на dx. На самом деле это как бы дифференциальная форма называется. Об этом мы будем говорить подробно, но это как бы имеет смысл, когда функция нескольких переменных нужна. Тогда одна переменная тоже, в принципе, не так существенно. Это различие. Но мы можем у функции заменить переменную, действительно. То есть запишем вот такую вещь. А помните, функция палка АВ? Вот это, конечно. Но это просто означает, что у от x в от x палка b означает, что это u от b v от b минус u от a v и все. Теперь давайте такой вот простейший вариант формулы. Значит, рассмотрим функцию cos x, да? Ее первообразную. То есть f' от x равно cos x. Да? Теперь посмотрим, что будет, если мы рассмотрим функцию f от φ от x. Сложная функция. Задифференцируем ее. Мы получим f' от φ от x. На f'. То есть получается, что вот это первообразная f от x, а это первообразная вот такой функция. И при этом это есть f от φ от x просто. То есть мы можем как бы сказать, что у нас равно φ от x. И тогда получается что? Что у нас с одной стороны вот эта вещь равна интеграл от f от x, да, dx. А с другой стороны у нас вот эта вещь равна f от y, у нас интеграл. А с другой стороны, мы просто перепишем, только мы здесь пишу, y обозначили t от x. То мы можем написать f от y от x на фишку y. F от φ от x без φ от x. Вот такая вещь, да? Просто заменили y на φ от x. Но это в то же самое время равно вот этому. То есть это равно
показывает вот такой вот интеграл с этим интегралом. Для фи от x это как бы символ. Переменная. Это мы неопределенный интеграл. А если мы будем говорить о определенных интегралах, то окажется, что мы можем по массе пи, значит, должно быть. Если у нас пи это отображение альфа бета а в пусть она будет непрерывно дифференцирована и пи от альфа равно а пи от бета равно б, да? Все что нам нужно от него, то тогда у нас интеграл от а до б точкой, вектор, то есть
Это как бы вектор скорости, он на нем куда не настает, да? То тогда что такое путь, пройденный по кривой? Путь, пройденный по кривой, это интеграл от скорости, да? Скорость у нас была производной смещения, а смещение это интеграл скорости. То есть у нас получается, что длина гамма от А в, то есть, ну вот, отрезка кривой от гамма от А до гамма от Б. То есть гамма от А, то есть гамма от Б. То длина это равна интегралу от А до Б. Но для кривой. Да, длина кривой. Вот. Это естественное определение. Ровно так можно вычислять длины кривой. На самом деле, конечно, можно еще определить кривую как предел Ломана, но в случае там дифференцированной функции это будет одно и то же. Это эквивалентно. То есть вот это вот длина кривой, да? А теперь вот вопрос, что у нас кривая, это же отображение, это не картинка, не то, что мы нарисовали, вот, это отображение. А отображение может быть построено по-разному, да? Ну, если даже мы взяли, вот у нас есть кривая, например, гамма от t равно там простейшее t, t, да? То есть это просто прямая x равно x. Вот, на плоскости. Вот. Такая кривая, да? А есть же, а может же быть просто кривая, которая равна t пополам, t пополам. То есть это ровно та же самая картинка, только мы движемся с ней, движемся по ней с вдвое меньшей скоростью. Может быть такое, да? Вот. А будет ли корректно определена длина кривой? Ну вот это у вас задача в языке будет. Ну вот как раз вот это, собственно, упражнение на замену перемен. Действительно будет корректно определено. То есть от замены параметризации кривой, то есть то, что мы здесь сделали, не зависит ли от длина определенной перемены. Это следствие замены перемен. Ну вот все, да, может, если у нас будут вопросы, мы сейчас не будем производить по пункту заданного дня. То есть по пункту заданного дня, то x, ну как, x и y, как выбирать, как по пункту производного дня. Ну, это касательно интеллекта, а не производный интеллект, а вот это все.
Вдруг я не буду Пойду в НМО, а на все остальное забью. Нужно когда идти и залям на Я не могу.
Сейчас вы седьмой? Дома. Дома или вышел. Они куда-то остались. Ну так, мы не поняли, что они не сидели, я сказал, что они не